осмысление прочитанного. Читая любой материал, следует после прочтения или во время него отбирать полезную информацию, которую можно с пользой применить для самого себя. При этом важна полнота информации. Например, есть статьи, в которых просто сказано, что Караваев самостоятельно преодолел в 13 лет болезнь, и это послужило толчком к его интересным занятиям самоздоровлением. А узнав более подробно, понимаешь, что в общих счетах да, а вот что именно и как нет. Поэтому я прошелся по статьям и книгам о Караваеве, чтобы узнать подробности. Итак, Караваев заболел. Заболел смертельно. Перед нами написано описание подхода к болезни. Согласно официальной медицинской науке, исход ему – смерть. А у необразованного деда-целителя полное выздоровление. Но не знаете, как лечить, скажите. На данном этапе современных медицинских знаний мы не знаем, как лечится кавернозный туберкулез легких. Но светило медицинское, обратитесь за опытом к народной медицине, которая его лечит. Как лечат и массу иных смертельных неизлечимых болезней. Феномен жизни не поддается осмыслению. В нем масса всевозможных чудес, механизмы действия которых нам не знакомы, но тем не менее они есть и действуют. Возможно, взрослого человека, сознание которого обработано обществом, возможности современной медицины, такой приговор врача смирил бы с прогнозом переселяться в мир предков. Но сознание 13-летнего мальчика так еще не обработано установками общества. Жизнь только началась, она интересна и прекрасна. Юный человек не желает такого конца, он бунтует. И это очень правильно. Если бы покорно всему этому кошмару поддаться, не сбежал из дому, где тебя любят, но не знают, как помочь, и склонны лечить по доктору, то прогнозы о деревянном домике оправдались бы. То есть этот доктор сказал его матери, что ему нужен отдельный деревянный домик. Мать не поняла. Она говорит, он же еще маленький, сам не может жить. А доктор тогда пояснил, нет, не тот, не для житья, а гробик, мол. Здесь проявлен очень важный феномен. Выход всегда есть. Ищи, пробуй. Всегда есть время. И тот, кто ищет, обязательно найдет. Ему обязательно помогут, как в случае с Караваевым. Немного лечения каверзного туберкулеза легких. Следите за моей мыслью и запомните. Возбудитель туберкулеза легких – микобактерия туберкулеза. Старое название – бактерия Коха. Слово «микобактерия» происходит от сочетания двух слов. «Микис» – греческое «гриб» плюс «бактерия». Грамположительная кислота и щелочеустойчивые бактерии, то есть некий симбиоз грибка и бактерий. Это я уже разбираю для вас. Вот она фото палочки Коха. Далее, микроорганизмы с грибком уклоном любят поселяться где? Конечно же, во влажных местах, поверхностях, где достаточно кислорода. Хотя могут и без него размножаться. И легкие человека, это же животных, для палочки Коха самое идеальное место. А почему одни болеют туберкулезом, а другие нет? Что, организм слаб? А если ослаб, то почему? И как он мог ослабеть в таком юном возрасте? Я думаю, что не обязательно ослабить организм, а главное создать условия для развития палочки Коха. Помните, упоминается сухой кашель. Это субстрат в легких, на котором может размножаться палочка Коха. То есть мальчик ранее болел простудными заболеваниями, плюс неблагоприятная среда, все это послужило основой для развития заболеваний. И если организм самостоятельно слаб победить болезнь, то его надо укрепить. А для этого имеется масса природных средств. Наиболее доступные из них растительные препараты. О травах мы поговорим чуть попозже, а вот о живице сейчас. Кстати, сама атмосфера на пасеке отличается повышенной чистотой от бактерий. А это большой плюс в лечении. В любом лечении, особенно против грибков и бактерий. Итак, о живице. Любое растение, дерево в том числе, является лакомством для разного рода бактерий. И особенно грибков. Они весьма любят древесину. Сосны не исключение. Но они защищаются от вредителей своим соком.
который обладает противогрибковыми и противомикробными свойствами. Живица, смолистая густая масса, выделяющаяся из разреза на хвойных деревьях. При выходе на поверхность она застывает, тем самым предохраняет ствол дерева от проникновения грибов и других вредителей. В результате происходит заживление дерева, что и дало название живица. Живичный скипидар представляет собой бесцветную жидкость с запахом хвойных деревьев. По сути, это более активная часть живиц, которая обладает следующими свойствами. Антисептические. От греческого против плюс гноистый. То есть это противогнилостные средства, предназначенные для предупреждения процессов разложения на поверхности открытых ран. Бактерицидными. Способность разрушать клеточную стенку бактерий и тем вызывать их гибель. Дезинфицирующими. Уничтожение в окружающей среде возбудителей инфекционных болезней человека и животных. Противопаразитарными. Уничтожает паразитов от листов, насекомых до грибков и бактерий. Противогнилостными. Препятствуют гнилостному разложению белковых веществ, согревающими, способствует разогреву организма и стимулирует процессы теплообразования в нем. К этим процессам относятся пищеварение, иммунитет, обменные процессы в клетках, острота ума. Если у нас поселилась туберкулезная палочка Коха в легких, значит надо в первую очередь воздействовать на них. И скипидар живичный оказался прекрасным подручным средством, действующим на пораженные болезнью легкие. И сделать это лучше всего, оказывается, с помощью дыхания паров скипидара. Пение. После того, как палочка Коха была убита, ее надо было своевременно вывести вон. Пение создает вибрации в легких, которые способствуют лучшему отхождению болезнетворной слизи. Подчеркну, о роли сухого кашля и слизи в развитии болезни легких сказано очень мало. Болезнетворный процесс, а именно грибковой природы, вызывает сухой кашель. Грибки любят влагу и высасывают ее из легочной ткани. В результате вместо обычного отхаркивания, нормального по своей природе, если он, конечно, в меру, образуется более вязкая слизь. Эта слизь сильно инфицирована палочками Коха и с трудом отходит. С одной стороны, палочки Коха разрушают легочную ткань, вызывая в ней кровоточащие каверны. Каверна – это означает полость, пещера. А с другой стороны, сам процесс кашля дополнительно рвет легочную ткань, открывает каверны и вызывает кровотечение при кашле, что является характерным признаком туберкулеза легких. В данном случае пение – прекрасная процедура по очищению легких. Вот я даже говорю, у меня слизь поднимается, та, которая там есть, на выход от того, что я читаю эту статью. То есть чтение вот этой вот статьи вслух, вообще чтение, способствует тому, что ведет к оздоровлению и очищению легочной ткани, легких. Значит, пение – прекрасная процедура для очищения легких. Скипидар убил палочку Коха и разрыхлил слизь, это его свойство, в которой она находится. Теперь надо создать вибрации в легких, которые быстро выведут слизь вон. Помимо этого, вибрации от пения увеличивали циркуляторные процессы лимфы, крови и межклеточной жидкости в организме в целом, а также массу иных процессов, которые пока опустим, чтобы не уклоняться от главного вопроса. А вот что касается мелодии пения, скажу особо, важно создать благоприятный эмоциональный фон в организме, который задействует уже тонкие тела высшего порядка. Вообще, мелодия – это выражение и связь с космической силой. Когда человек правильно ее воспроизводит, он тем самым связывается с ней и становится проводником ее энергии. В результате вырабатываются сильнейшие целительные энергии, которые ведут мощную целительную работу на телесном уровне через гормональную систему. Вспомните интересный факт. Раны у солдат наступающей, побеждающей армии заживают быстрее, чем у проигрывающих солдат. Вот откуда Караваев познал мощную целительную силу
правильно настроенного сознания, положительных эмоций и рекомендовал ее как главное оздоровительное средство, о чем я вам постоянно толкую и что я постоянно на себе ощущаю. И немного о травах. Обычно применялись травы с горьким вкусом. При этом заболевании важно так настроить организм, чтобы он как можно меньше вырабатывал слизи. А ведь слизистые шлаки выводятся легкими. Но когда их больше, чем надо, они создают благоприятную среду для развития бактерий в легких и во всем организме. А слизи в юном организме и так достаточно. Поэтому горечи улучшали пищеварение, угнетали вредные микробы, усиливали обменные процессы и в целом подсушивали организм. Подчеркну, каждая травка имеет свою защиту, которую она отдавала в воду при запаривании. Это служит укреплению организма больного человека. О питании здесь ни слова, хотя Караваев этому вопросу уделял большое внимание. Поэтому от себя добавлю, исключить дрожжевое, сладкое – это питательная среда для вредных бактерий и грибков. Поэтому прекращаем создавать благоприятные условия в организме для болезней. И как только это сделано, начинается выздоровление. Вот и нету смертельной болезни по жизни, вашей жизни. Очень важно ощутить ее значимость и важность именно для вас самих. Вот тогда она и сложится не так, как у большинства плывущих по ее течению. Что касается знаний, они добываются самостоятельно и только самостоятельно. Об этом я вам также толкую постоянно. Для этого нужно одно – тяга к ним. А так по жизни куча образованных неучей, гордящихся своими бесполезными высшими образованиями. А коснись, они сами себе помочь и не могут. Человек проявляет себя в сложных жизненных обстоятельствах. Сможет ли он остаться самим собой, помочь себе или нет? Это очень серьезное испытание, попав в которое люди мрут как мухи. Мрут из-за того, что нет у них духовного стержня. Или он очень и очень слаб. Вот где на практике проверяются теории, убеждения и сам человек. С кого брать пример? Что кто-то там вам говорит? Или с того, кто через все это прошел? Это очень-очень и очень дорогого стоит. И у таких людей действительно есть чему поучиться. Создалась серьезная ситуация. Перемерз. Воспаление легких. А он умудрился помочь себе. Вот где сила знания проявляется. Все хорошо, если знаешь, как и для чего это можно применить. Наружно ингаляции шкурно-листовым отваром, смеси с машинным маслом и бензином, разогрев и уничтожение инфекции. А кто не знал, тот дубу дал. Здесь еще проявляется редкостное качество веры. Веры в свой ум, свои силы, свою исключительность. Вот у кого учиться надо выживать. Сохранять свою индивидуальность, свою личность, это дорогого стоит. Отстоять в нашем мире самого себя. Теперь поговорим о борьбе с лучевой болезнью. Он один выжил. Выжил благодаря своему знанию, которое он притворил. Воле, не опустил руки, самодисциплины и терпению, которое проявил. И в конце концов, к самоосознанию, что он величина. А когда это есть у человека, то ему помогают и высшие силы. Они любят таких, которые похожи на них самих. Караваев рассказывал о сне, который ему приснился на Колыме в зоне. Во сне знакомый заключенный дал ему миску со сливами, а он в это время работал в шахте. Вдруг его зовут к начальнику. Он выходит на поверхность и лицом к лицу встречается с тем самым заключенным, который во сне ему дал сливы. Этот заключенный пошел в шахту, а Караваев к начальнику. Когда вошел в кабинет, начальник непонимающе смотрел на него и вспомнил, по какому случаю вызвал. Вдруг зазвонил телефон. Начальник молча выслушал и сказал Караваеву: «Счастливчик, шахту завалило». Кстати, почему бы не поинтересоваться у Караваева, как он противостоял лучевой болезни, и взять методику на вооружение. А то идут через задний проход, пересаживают костный мозг. И все это без толку. А лечение астмы?
одно из ярких проявлений астмы – слизь, которая находится в легких. И если ее уменьшить, то и астма пропадет. Меловая пыль прекрасно поглощает влагу из легких. Дыши на здоровье. Я бы еще кое-что порекомендовал, чтобы организм меньше слизи изначально вырабатывал. Это, как правило, проблема с пищеварением. А вернее, его слабость. Про апельсины. Важно находить ответ тем или иным проявлением, явлением. То есть объяснить это самому себе. Понимать, что происходит и как это можно использовать для себя. Для этого надо рассуждать. И, конечно, иметь обширные знания. Кое-что я демонстрирую вам, объясняя, что к чему и почему. Караваев этой способностью владел в совершенстве. Задавал вопросы, искал на них ответ. Искал, пробовал и получал. И это феномен настоящих великих целителей. Нечто подобное было и Авиценны. Не понимал он тот, что прочитал книги. Шел в мечеть, молился, просил, ему давалось. Во всем многообразии явлений видит главное и второстепенное. Именно так он пришел к пониманию психкультуры, умению работать сознанием, его производными, умом, эмоциями, настроением, мыслями и тому подобное. Теперь о теории, убежденности, качествах, которые порождают смелость, облить свою одежду, волосы, чтобы заледенели, и так преодолеть 15 километров. Феноменально. Семейные неурядицы, их тоже надо преодолевать с пониманием. Раз семья счастлива, зачем им мешать? Здесь не должно быть никакого горя, обиды и претензий. У каждого человека своя жизнь. Так умей ее построить и быть счастливым. Уметь ее построить и быть счастливым. Для этого многого не надо. Но должно голова соображать. Это единственное. Остальная жизнь. Важно не изменять своим убеждениям и силам, которые тебе помогали по жизни. И согласно карме получишь всю долю свое счастье, благ, материального достатка. А то, что учение Караваева, его систему профилактики, общество не приняло, я подчеркиваю, общество, а не система, связано с законами эволюции сознания. Сознание большинства людей еще не созрело до понятия заботы о собственном здоровье, а тем более о свободном развитии личности. На людей смотрят так, как на рабочую силу для тех или иных нужд. Им внушают все, что угодно, кроме правильного отношения к своей жизни и здоровью. И это ложь. Правила и правит всем миром. Ей не нужны подобные Виталию Васильевичу Караваеву люди, для которых развитие человека превыше всего. И только когда сознание человечества созреет до принятия истины, что жизнь величайший дар, который дается духу для осознания своей творческой божественной природы, тогда эти знания будут затребованы. А пока, увы, мани, и накопив большие мани, люди благополучно умирают. Особой заслугой Караваева следует считать то, что нашел главный показатель здоровья, который отражал все три обменных процесса. Это кислотно-щелочное равновесие. Оно должно быть в норме. Тогда биологические, энергетические и психологические процессы в организме идут нормально, человек здоров. Если же происходит отклонение внутренней среды организма в кислую или щелочную сторону, подчеркиваю, не в кислую, не в щелочную сторону, оно должно быть нормальное, то возникает недомогание. Как правило, в организме есть мощные системы, которые приводят его в норму. Если же нарушается их работа, то это приводит к некомпенсированному ацидозу, то есть закислению или алкалозу, ощелачиванию, что выражается в появлении хронических заболеваний. В результате нарушается обмен веществ, энергии и психического самочувствия человека. Нарушение обмена вещества – это будет зашлаковка организма. И в зависимости от того, в какую сторону произошло нарушение – кислотными или щелочными шлаками. В энергетическом отношении кислотный сдвиг приводит к гипервозбудимости, а щелочной – к гипоэнергетическому, то есть подавленному состоянию. Большинство вегетарианцев и сыроедов вот в таком состоянии подавленности находятся, ощелочили себя. В психологическом отношении сдвиг в кислую сторону – суетливость,
повышенный тонус, напряженность в щелочную, депрессивное, ослабленное состояние. Важно отметить, что Каравайл разработал и систему физиологических индикаторов здоровья. Это очень и очень важно. По этим индикаторам можно самостоятельно определять свое кислотно-щелочное равновесие. Далее, Виталий Васильевич создал ряд препаратов для регулировки кислотно-щелочного равновесия организма. В основном они касались нормализации pH крови. Оказывается, достаточно нормализовать состояние pH крови, чтобы повысить жизнедеятельность организма в целом. А это автоматически повышало иммунитет организма, сопротивляемость к вредным микроорганизмам и приспособляемость организма к внешней среде. Холодно приспособились, жарко приспособились. Нету этого, холод вреден, жара вредна и так далее. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!